Вы просили меня на стриме покатать среднеранговых британцев и желательно в РБ, ведь в Аркаде они ни о чем говорили вы. И я с вами был полностью согласен, ведь в Аркаде британцы действительно абсолютно ни о чем. Но я зашел в РБ и, наверное, просто не угадал с машиной. Встречаем Avenger и мой обзор на него. Именно в РБ. Ну, здесь, по крайней мере, 90% наверное материала будет из РБ, если я вообще подставил сюда Аркаду. В любом случае, да, в РБ британцам живется полегче. Все почему? Да поскольку нету этого опостылившего некоторым маркера над танком, который сразу же, как новогодняя елочка, говорит всем о том, что вот бейте сюда, здесь есть человечек, и лучше стреляйте и наверняка попадете. А если попадете, то у британцев шансов выжить нет. И здесь решает кое-какой момент. Если бы я взял Комета, наверное, этот обзор был бы более таким оптимистичным, да? Ведь у Комета есть одно неоспоримо важное преимущество. Несмотря на то, что Avenger сделан на его базе, у нас убрали одного члена экипажа. И этот член экипажа один, который мог бы нам помочь, к сожалению, его нет, и поэтому постоянно мы ловим гребаные ваншоты от советских 85-миллиметровок. Это 90, наверное, процентов выстрелов. Я, честно говоря, не ожидал, что так будет. Вроде за броневого пространства довольно много, боеукладки небольшие. И действительно, в боеукладке не так часто прилетает, потому что постоянно выносят всех членов экипажа. Потому что в башне она вроде бы более-менее большая, но как бы не очень, и 85-миллиметровки хватает для того, чтобы всех троих упаковать в один пакет. А вы сами знаете, что машина с одним членом экипажа не живет, и по сути любое попадание в башню Эвенджера заканчивается ваншотом для него. Так как у Комета 5 членов экипажа и один из них дополнительно сидит в корпусе, то, наверное, если бы я поехал на нем, у меня бы не было такой проблемы, но здесь я с ней столкнулся и просто обязан с вами ей поделиться. Именно, вероятно, поэтому мне не очень зашел Эвенджер. Ну и не только поэтому, по-моему, все британцы мне не зайдут, поскольку скорость заднего хода 3 км в час. Карл, на стриме я тоже об этом говорил. Это катастрофа. Это ужас, как некомфортно. При том, что почему-то, когда ты не трогаешь кнопки движения вперед или назад, поворачивает машина быстрее, чем если вы зажмете их и поворот влево или, например, вправо. Так что, кстати, на всякий случай, пользуйтесь моим советом и не повторяйте ошибок. Несколько раз это вам может спасти жизнь. И, соответственно, играть на машине сложно из-за того, что ты не можешь закатиться за препятствие, чтобы после выстрела там засейвиться. Или как так еще сыграть. Если тебя заметили в чистом поле, то тебя поймали со спущенными штанами и сейчас воткнут туда морковку. Так что будьте готовы и не ведитесь на разводы, стойте лучше где-нибудь далеко-далеко, и ведь орудие это позволяет в целом. У нас установлена 17-фунтовка с пробоем аж 150 мм на 500 метрах или около того, и бронебойные снаряды в целом, не всегда, но зачастую удовлетворяют потребностям нашим и убивают членов экипажа более-менее бодро. Ну, тут опять-таки камерного-то нету, ничего в них, это обычная сплошная болванка, и если вы не попадаете куда надо, то и противника не убиваете, а количество ваншотов сведено к нулю. Учитывая то, что скорость заднего хода никакая, брони не существует в принципе в природе, мы ловим ваншот в ответку, если не убиваем противника с первого выстрела. И именно это самая большая проблема Эвенджера. Мы не можем скрыться с места преступления, так скажем, а вынести противника ваншотом для нас это задача из разряда миссии невыполнима. То есть иногда случается, но это когда рак на горе свистнет и когда я потрясу писюном на шпиле Останкина. А такого никогда, наверное, не случится. И, по сути, ваншоты случаются практически никогда. А вот нас ваншотят все за милую душу, ведь боевой рейтинг 5,3. Казалось бы, 5,3, у нас нет серьезных противников. Ну и СЫ первые, ну 34-ки 85-е имбущие. Так у нас орудие это великолепное, все пробивает. И опять-таки, пробивать-то пробивает, а вот ваншотить не ваншотит. А нас в ответочку выносят только в путь.
и от 34-ок еще любит рикошетить. Исы — это вообще отдельная песня. Вот вам отрывок «Хрен тут Иса убьешь», особенно когда он знает, где вы и специально вас ждет. Вам его перестрелять не получится, ведь вы гарантированно ловите ваншот. Ну, практически. А для того, чтобы убить его, ну посмотрите, сколько понадобится выстрелов. Да, может быть стрельба неудачная, иногда получится заваншотить, но то броня не пробита, то гребаный рикошет, вам нужно выцелить, а по вам стреляют тупо в направлении вас. Если снаряд пролетает рядом с вами, грубо говоря, то вас уже уносит попутным ветром и разламывает на части. Короче говоря, в этом плане британцы среднеуровневые некомфортны. Но сейчас, если мы говорим конкретно про Avenger, то, наверное, с Кометом такой бы проблемы не было. Ведь было бы 5 членов экипажа, о чем я не устану повторять, и двое бы в корпусе жили, и мы бы выживали после таких попаданий в башню. Однако здесь мы не живем, и это очень сильно бесит на самом деле. Но что поделать, играть на нем вам придется, и вы наслаждайтесь просто этим зрелищем, как мы медленно пятимся назад. Но тем не менее, стоит выделить и плюсы. Машина довольно бодрая, это вам не Hellcat, конечно, но как для среднего танка скорости более-менее хватает. И Комет едет вперед относительно неплохо. К этому опять-таки стоит добавить то, что перезарядка орудия в целом вполне годная, пробитие заоблачное, и за броневое действие, если знаете, куда стрелять, то тоже неплохое. Однако иногда просто выбешивают какие-то непонятные рикошеты по 34-кам, сушкам 85-м и 100-м не пробилы. И, в общем, вот такая вот лабудень иногда случается и вымораживает. Ну, видимо, это какая-то советочная магия, улиточно-советочная. В результате же играется Avenger в принципе более-менее годно. Я бы не сказал, что это машина моей мечты, далеко нет, но пройти ее, наверное, можно. Без своего фрага из боя уйти сложно, все-таки там хотя бы разменяться один в один можно. Бои получше случались у меня реже, и 2-3 фрага вывозишь ты в половине случаев. То есть 50% случаев ты делаешь где-то один фраг, в моих, по крайней мере, руках именно так, там еще 30% случаев это 2-3 фрага, и остальные 20% боев это 4, 5 и 6, ну 6 у меня было только один раз. Так что проходите, пытайтесь, ну и флаг вам в помощи, 5-го члена экипажа посадите, пожалуйста. А на этом на сегодня все. Не забывайте поставить большой палец вверх и подписаться на канал, если вам понравилось данное видео. Или, по крайней мере, его начало. Я угробил много нервов, чтобы его сделать. И всем пока-пока.